Одесский городской совет начал работу в обновленном составе. По решению городской территориальной избирательной комиссии состоялась первая после выборов сессия. Председатель Одесской городской территориальной избирательной комиссии представила протоколы со списками новоизбранных депутатов и регистрацией нового старого городского головы. Старейший по возрасту депутат Олег Филимонов зачитал текст присяги. Я волею территориальной громады міста Одеси, обраний депутатом Одеської міської ради, присягаю дотримуватись Конституції і законів України, охороняти і відстоювати права та законні інтереси міської громади та її членів, діяти лише в інтересах міської громади, не використовувати депутатський мандат в особистих цілях, сприяти всебічному розвитку міста Одеси, підтверджувати його авторитет в Україні і в світі. Перед началом работы городской голова обратился к депутатам с деловым предложением. Я готов к конструктивному диалогу с теми, кто шел кандидатами в мэры. Были неплохие идеи. Все это обсуждать, воплощать в программы и в наши решения городского совета и воплощать в жизнь. Это обещание всем одесситам. Спорных вопросов достаточно. И мнение оппозиции действительно надо учитывать. До сегодняшнего дня в мэрии его не слышали. Как будет дальше, скоро увидим. Хамство, грубость и другие безобразия закончились. Сегодня нас объединяет, как я уже сказал, наш город. Может быть, гражданин Труханов говорил о себе и обещал вести себя хорошо. Ведь именно он едва ли не на всех сессиях хамил оппозиционным депутатам, и в том числе женщинам. Кстати, о правилах. Значительная часть народных избранников проигнорировала правила карантина. Когда одесситов не пускают в транспорт и магазины без масок, причем как раз с этого дня набирают пассажиров по количеству сидящих мест и на остановках стоят очереди, депутаты демонстративно нарушают порядок и уверены, что никакой ответственности не понесут. Штрафы у нас для простых граждан. И тут же городской голова вспомнил о проблеме коронавируса. И количество тех, кто, к сожалению, приобретает эту инфекцию, растет. Мы каждый день в стране преодолеваем очередной антирекорд. О соблюдении масочного режима самими депутатами городской голова не сказал ни слова. В перерыве, объявленном для образования фракций, началось обычное общение. Кто в маске, а кто без. И снова никакой реакции мэра. Чего может после этого требовать наша власть от граждан? После перерыва было сообщено о регистрации депутатских фракций и их председателей.